подсвечены. Прежде всего, старайтесь убивать бесшумно и избегать обнаружения. Пора познакомиться с интерфейсом. В нижнем левом углу синяя полоска отображает ваше здоровье. Рядом с ней находится радар. Он показывает врагов, цели миссии и точки эвакуации. В правом нижнем углу показано ваше оружие и то, спрятано ли оно. Рядом с оружием видна желтая полоса, показывающая силу вашего инстинкта. Когда инстинкт слабеет, вы не можете использовать особые навыки. Если верить Бенджамину... Вы входите в запретную зону. Если охранник впереди увидит вас, он попробует вас арестовать. Поэтому не шумите и постарайтесь прокрасться незаметно. Говорит четвертый. Надо обезопасить вход на стену. Камеры наблюдения, детекторы движения, эти новые автоматические... Чтобы извлечь всю пользу из этой обучающей миссии, постарайтесь оставаться невидимым и убивать бесшумно. Когда вы целитесь в голову. Чтобы повысить точность стрельбы, стабилизируйте прицел. Чистое убийство. Не забудьте спрятать тело. Тела, оставленные на видном месте, вызовут тревогу. Тело спрятано. В этом контейнере можно спрятать еще одно тело или укрыть. Уберите оружие. Я знаю, что это желание клиента, но мне это все равно не нравится. Вас вот-вот заметят. Индикатор внимания показывает, в каком направлении находится угроза. Постарайтесь уйти незаметно. Чистое убийство. Не забудьте спрятать тело. Тела, оставленные на видном месте, вызовут тревогу. Вы активировали контрольную точку. Если вы погибнете или решите начать сначала, вы начнете с этого места. Подготовка агента 47, а также его обостренное чутье, позволяют ему подмечать все, что его окружает. Естественнее, ладно? По идее, мы не знаем про его расстройство. Хэнк, он старой закалки. Не из тех, кто выносит ссор из СБИ. Не бойся, я настоящий дипломат. Господи. Ага, она просит его обратиться к врачу. Но он не хочет, чтобы кто-то знал. Мы прежде всего. Да, 25 лет сражений. Ты думаешь, ты крутой, а потом бац, тебя накрыло. Говорит, отвлечение, точный прицел или струна из оптоволокна. Выбор за вами. Эй, даже не думай об этом. Я серьезно. Эта работа последняя, что дает ему силы держаться. Не говори мне, что... Да.
Используйте инстинкт или взгляните на радар, чтобы найти выход. Что? База, у нас потери. Используйте инстинкт, чтобы предугадывать движение врагов. Ну да, скука здесь просто смертная. Но зато хоть сервис хороший. Чистое убийство. Вы можете сбросить тело за ограждение. Вы переоделись в охранника. Теперь вы можете свободно перемещаться за пределами усадьбы. Учтите, что другие охранники могут заподозрить вас, если вы подойдете слишком близко. Ваше оружие без глушителя. Оно потревожит врагов. Используйте свои сильвербойлеры с глушителями. Впереди видна оранжерея. Чтобы проникнуть туда незаметно, вам понадобится маскировка. При входе в оранжерею вы подойдете близко к охраннику. Он заподозрит вас, но вы можете обмануть его с помощью инстинкта. Обманите охранника. Обманите охранника. Обманите охранника. Прошу прощения. Вам тут нельзя находиться. Обманите охранника. Вас пытаются арестовать. Не бегите. Притворитесь, что сдаетесь, или тихо отойдите в укромное место и разберитесь с противником. Эй, ты меня слышишь? Не двигайся! Вообще не шевелись! Если ты сейчас не останешься... Правильно. Держи руки. Ваша маскировка разоблачена. Враги. Цель переоделась. Повторяю, цель переоделась. Даже не пытайтесь сбежать. Он маскируется. Никому не доверяйте. Повторяю, никому. Используйте укрытие, чтобы прятаться от выстрелов, или постарайтесь ускользнуть и спрятаться.
Держи его! Вон он! Ситуация под контролем. Приведите здесь все в порядок перед тем, как идти дальше. Вы разобрались с охранниками. Вы получаете очки инстинкта. Садовники впереди вас не заподозрят, но вам следует остерегаться охранников. Вы переоделись в садовника. Теперь вы можете перемещаться по оранжерее. Учтите, что другие садовники могут заподозрить вас, если вы подойдете слишком близко. Пожалуйста, не убивай меня! Я прошел через двор. Вхожу в усадьбу. Приближаюсь к цели. Хорошо. Проникните в усадьбу и устраните Диану Бёрнвуд. А Викторию приведите к нам целой и невредимой. Она очень много значит для меня и для агентства. Дайте я вас расцелую. В смысле, отличной новости. Вы меня порадовали. А? Спасибо, доктор. Ага. Я думал, я уже труп. Ага. Док, мне надо бежать. Док зовет. Огромное спасибо. И вам доброго.